Ой, Гена, ну все, хватит гундеть, Гена, все. Хватит гундеть, ну. Если я сказала, что мы вместе идем машину выбирать, значит, мы машину идем выбирать вместе, все. Ой, ну куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь без меня, а? Ну куда? Ой, ну иди. Иди, иди. Алло, куда ты пошел? Куда ты пошел? Деньги-то у меня. Вот здесь, в офшорной зоне. Ой, все, Гена, никуда ты не пойдешь без меня покупать ничего. Один, все, хватит. Ты уже купил один мясорубку, хватит. Да хорошая мясорубка, конечно, хорошая. Мясо жрет, фарш не отдает. Куда уж лучше. Французская модельчина. Не, я, конечно, понимаю. Гена, я понимаю, что каждый может в жизни хотя бы раз ошибиться. Вот ты пролетел с мясорубкой, а я выбрала тебя. Хотя мама мне предупреждала, говорила: доча, ну зачем тебе этот хорек? Ну зачем он тебе нужен? Посмотри на него, колобок на ножках. Что он тебе может дать в этой жизни, а? А, чё? Чё ты против моей мамы можешь сказать? Ой, да ты глянь! Да ты, да где б ты был, если б не моя мама? Вот ты хорек неблагодарный, Генка. Да ты ж вспомни, только благодаря тёще у тебя высшее образование есть. Это ж она тебе диплом в метро купила. Все, Гена, все, давай, рассказывай мне про машину, вот эту, про вот эту вот, как она называется? Что я не понимаю? Что я не понимаю? Гена, ты что, забыл, что ли? Я русская женщина. Я благодаря тебе во всем разбираюсь. Я благодаря тебе вот этими руками все могу сделать из всего. Я ж у тебя практически как китаец. Давай, рассказывай мне про эту машину. Давай, рассказывай. Как она называется, а? Но... Опель! Гена, ты что, не шутишь, что ли? Это что так машина называется? Опель – это машина! Гена, я же все время думала, что Опель – это город под Воронежем. Ну, потому что Люська мне... Она же мне что рассказывала про своего второго ребенка. Она говорит: ты знаешь, я вторым ребенком забеременела по дороге в Воронеж в Опеле. Я же еще думала, и песня это про город, про этот Опель. Вот это. В Опеле березка стоял. Ой, да хватит ржать. Тебе только повод дай. Давай вот про вот эту вот рассказывай. Что это за машина такая стоит, а? Слушай, какая удивительная машина. Как она называется, а? Ё-мобиль! Перестань ругаться, люди кругом! Что действительно так машина называется? Гена! А кто ж ее так назвал? Тот, кто сделал! А кто ж ее сделал? Наши! А, ну наши могут! Наши все могут! И назвать, и сделать! Да они что не сделают, у них все на ё! У них ее мобили, ее холодильники, ее телевизоры. Гена, я на тебя смотрю, тебя тоже наши сделали, ибо. Ну все, ладно, не будем про эту машину. Глянь, вот эта вот лупатая мне нравится. Ну а что, давай, приценимся, а? Что, хорошая машина, вроде на твою маму похожа, глянь. Ну, фары у нее такие, как твоей мамы глаза. Да я тебе точно говорю, одно лицо. Когда я твоей маме говорю: мама, когда ж вы мне деньги отдадите, которые в долг я вам давала? Она точно такие вот фары выкатит и говорит: деньги, которые ты мне даешь, забудь! Это абонентская плата за сына! Вот так, хорек, понял? Плачу за тебя! За твой тариф! А чё плачу, сама не знаю. Абонент же все время недоступный. Чё, Генка, вот возьму и перейду с своего тарифа на тариф к Лёшке Королёву, а? А чё, я его видала после бани, как он в пруд нырял голиком. А там тариф. За такой тариф и Мерседес не жалко, ей-богу. А чё, Гена, возьму и куплю ему Мерседес приданный, а? Деньги-то у меня. Гена, ты что ты делаешь, ты, глянь?
Поднимись с коленей ты, господи боже мой, это что ты меня позоришь, люди кругом? Перестань мне ноги целовать, Ена! Поднимайся, а то в ухо дам! Что ты делаешь, а? Я вообще не знаю. Что же с тобой пошутить нельзя, что ли? Что ты меня позоришь? Плюхнулся на колени. Ты тоже, Ена. Ну ты чё? Ты ж меня знаешь. Вот чудной. Ну, Енка, я ж если за другого замуж пойду, я ж тебя с собой возьму. Ты ж без меня пропадешь, а? Отсюда. Ен, слушай, а давай мы вот эту купим машину. Счастье, а? А я тебе говорю, есть такая машина. Я сама по телевизору своими глазами видала. Да я тебе точно говорю. Видала, машина счастья, так и называется. Желтая Лада Калина. Потому что где она не проедет, Гена? Где она не проедет, сразу везде дороги хорошие. Мужики трезвые, бабы беременные. А я же, Енка, так хочу счастливой быть. Я же за всю жизнь с тобой только два раза счастливая была. Первый раз, когда оса твою мать в язык укусила. А второй раз, когда ты водку нес и на банановой кожуре поскользнулся. Вот и все мое счастье с тобой. А так, представляешь, Гена, купим мы эту машину счастья. Как поедем на ней? Ты за рулем, а я рядом сижу. Песни пою вместо магнитолы. Ой, цветет калина, ой, люли-люли. Муж всегда мой дома.